Конвектор Новерот. Итак, показываю инструкцию. Кому интересно, более подробно почитать, ставьте стоп и читайте. Так, содержание. Тринадцать страниц. Перелистываем. На видео видно. Так. Четвертая и пятая страница. Правила безопасности и характеристики. Шестая, седьмая страница. Рекомендации по установке. Установка и фиксация. Восьмая, девятая страница. Электрическое соединение, функционирование. Комплектация. Так, перелистываем дальше. Устранение неисправности, техническое обслуживание, срок эксплуатации, утилизация прибора, сертификация продукции. Последняя страница, гарантийный талон. Сервисная служба. Вот такая вот инструкция. Кому интересно, можете стоп-кадры делать и читать. Так, вот еще инструкция на украинском языке. Характеристика, рекомендации установки, установка и фиксация. Электрическое соединение, функционирование. На конвекторе написано пожизненная гарантия, а в инструкции на украинском языке написано гарантия 10 лет. Вот 10 рок. Кому верить? Термин службы приладу 10 рок. Від дати виробництва. Так, а тут? Посмотрим. Тут написано пожизненная гарантия. Гарантийный срок на товар равный сроку службы товара. В общем, непонятно. Не то пожизненный, пожизненная гарантия, не то 10 лет гарантия. Надо еще уточнить этот вопрос.
Все, всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.